Правительство нужно отправить в отставку. За это выступает партия действия солидарности. Ее представители также ратуют за проведение досрочных парламентских выборов. Об этом заявил депутат от ПДС Оазун Антой в интервью для телеканала «Прайм». Чисто теоретический сценарий – это отставка премьер-министра Кику и роспуск правительства ввиду его неспособности сформировать новый кабинет министров за две попытки в течение 45 дней. Однако Нантой уверен, что Игорь Дадон и ПСРМ сделают все возможное, чтобы помешать такому развитию событий. Цель Игоря Дадона – парализовать Майю Санду этим изжившим себя парламентом и структурами захваченного государства. Этого он добивается. Разочарование общества после ее вступления в должность.